Всем привет, с вами я, Топчик. И сегодня это вторая серия сериала «Мой любимая дочь». Если вы подпишитесь, поставьте лайк, чтобы не пропускать новые видео. Я начинаю. Так, все, смотримся отсюда. Так, что же здесь? О, точно, Ладно, пойду скажу дочери. Так, сейчас. Так, дети, скорее разбуди меня, солнышко. Да, ладно, сейчас я вам приду. Ой, любимая моя Эмма, давай с тобой. У нас сейчас погода. Там светила луна. Да, хорошо. Окей, сейчас. Ладно. Я работать пойду. Или жду. Вот отлично. Сейчас мама придет и все. Все, будем работать. Ты пока что посиди. Хорошо? Ладно. Все, ладно. Удачно и работай. К тебе ехал. Пролетел на красный. Так, пока посидеть, пока что подождем. Мы с тобой синхронизировались. О, точно, мне нужно переодеться. Я хочу изучать тебя, тогда ты красивая самая. Вот и отлично. Теперь можно посидеть. Так, Светлана, то есть Света. Давай, за работу, переодеваться, быстро сидеть на улице. Пока работу не закончишь, домой не шагом. Так, ясно? Но, улица уже холодно. И что? Тебя вообще-то никто не спрашивал, но ты будешь. Все, жду, чтобы ты была на улице. Капец. Почему кто-то так обращается на себя? Если они не знают, как правильно вести с двумя детьми, то пусть они поищут где-нибудь информацию. Вот, мама поговорил, хорошо, Свет? Хорошо. Ладно, я переодеваться буду. Ладно, а я ждать. Вот я переоделась, теперь нужно снять шапочку. Ладно, о, сосиска, точно, ты же. Теперь ты будешь моя сейчас. Ладно, сосиска, не волнуйся, все будет хорошо. Я просто работать, хорошо? А может ли получится? Ладно, я пойду. Поживем, увидим. Что ж мне пока поделать? Мам, посижу. Я эту Свету готов прибить. Ксюша, ты скоро? Или нет? Вообще-то я еще мою. Я только голову мою, ничего страшного. Я заканчиваю голову, я еще даже не шуркала, не понял там. Ясно? Знаешь что? Мне нужны эти отговорки. Мойся быстрее, к нам скоро придут клиенты. Ну боже мой, как же холодно. Ладно, придется потерпеть. О, точно, у меня же есть игрушка. А это что? Вау, прикольно. Вау. Давай, надевай. И сюда. Так, сейчас мы наденем. Так, ну-ка попытаемся. Так. Ну, вроде нормально. Так, а что будет, если накинуть на тебя? А вот это.
Ну, конечно же, ничего не будет. Да. Так я и ожидала. Ладно, а если я попробую выкинуть? Подойди, пожалуйста. Сидим. Ой, ха-ха-ха-ха, я угораю. Ладно, все ложим. Так, это тоже ложим. Так, вот для чего это. Так, посидите со мной. Так, посмотрим YouTube. Так, все, давайте. Так, за тобой едет катафел. Ну все, помню. Так, за тобой едет катафел. Все, за тобой едет катафел. Слышишь. Дай мне помыть. Погода так и шепчет. Ты сегодня сдохнешь. Слышишь. Ты походу глохнешь. Дорогой, тебе приготовить покушать? По натуре я не гамбергер. Да, конечно, готовь. Хоть что готовь. Но имею недостаток. Я хочу, чтобы ты сдох. Я семья, да палач. То твой вес, то твой плач. То твой хип, то твой орк. Бэбэ слышен из закон. Что за дрожь? Ты чего? Ты всего? Тысяча будь. Скажи им, конечно. Электрон, пищево. Клеммы, искры, провода. Электрический подряд. Я хороший, там она и конкурс. Мои ништя, рабища хлещет изо рта. Крипота, красота, соседи вызвали мента. Что я тут творила? Что тебе? О, наконец-то ты. От души Абгледный Ванши. Вот за тобой. Послушай мой совет. Борись, отпустите на свет. По натуре я не гадок и ни капельки не плох. Но имею недостаток, я хочу, чтобы ты сдох. Я хочу, чтоб ты гнил, как игил. Чтоб тебя, как игил, верховный суд запретил. Как скрипаль, пожечку, и мочу, ставичку, на пастях. Вот пиздец, урино, само выпилит. Что ж тебе? Желковид, шелкопряд и гальмит. Полиомиелит, развивались как вид. Я хочу, чтоб твои клетки были списаны по браку. Я желаю тебе рака, развивай его, собака. Чтоб тебе от души обглодали ванши. Слушай мой совет. Не борись, отпустите на свет. Врум-врум-врум, так за тобой едет катафел. Врум-врум-врум, так за тобой едет катафел. Врум-врум-врум, так за тобой едет катафел. Врум-врум-врум, так за тобой едет. Открыто, я забыла мне на заказ тут пакетик с кофе написано, и где курочка написано. Хорошо? Кофе. Ну, кофе хорошо. Можно ли кофе? Или завтра я за ним приду.
Еще можно, пожалуйста, вот этот зеленый носок. Не носок. Давайте включим. Зеленый. Так. Извините, я за это получу, хорошо? Ладно. Еще пока за конфет заплатишь. Спасибо. До свидания. О, это же Топчик. Ты? Как ты меня узнал? Ну, потому что же я сладкий идиот. Ого, жил ничего себе. Был черный кот, а ты чего такой грустный? И кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Погоди, какую комнату? Ужасно? Не повезет, если черный кот дорогу перейдет. А пока наоборот. Только черному коту. Это что за ужас? Я хотя бы не буду призывать его. Прогоняют дороги кота. Лучше перевести. А хотя давайте помогу с комнатой. Правда? Если черный кот дорогу. Конечно. Спасибо. Завтра твои родители куда-то уезжают? Да, уезжают. Голод, ну там им по делам надо. Тогда, конечно, как-то незаметно. Иду и делаю тебе комнату. Только слышите, скажи. Хорошо. А можно я сделаю себе комнату нормальную? Кто тебе не разрешает? Конечно, можно. Спасибо. Она разрешила, так как она меня старше. Ой, отлично. Ладно, пока. Если что, запомню. Ладно, иди работай. Отрубай. Так, ладно, пока. Пока. Ладно. Так, о, еще ты посетите не идут. Разбуди меня, солнышко. Да. Я старый, солнце смеюсь, и кажется мне, что солнце тоже стоит. Можно, пожалуйста, все? Девушка, я же знаю, что вы пока не сидели, так что давайте мы все капучино. Девушка, мы не можем вам платить. Подать просто так все капучино. Вы можете взять только одно из них. То есть алоэ вера, шоколад и пломбир. Берите одно. Смотрите, не хочет продавать женщине, которая родила ребенка. Ну что такое-то? Девушка, выйдите из здания. Не пытайся.
здравствуйте. Вот мне, пожалуйста, радужные ворожные. Да, конечно, его в сказку покупаешь. Я сказку. Ладно. Ладно, собирать. Завтра. Ну, ладно. И что, завтра позвоню? Хорошо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, пиво? Простите, но мы не продаем алкоголь. Мы продаем только капучино, таблетки сок, продаем напитки и продаем коктейли. Но у нас больше нет. Боже, как ты поймешь, нет алкоголя. Это ж магазин. В магазине например, рога, балани, и ужинки, обезьяне, и еще трещок и хвост. Не все в магазине нет. Нет, не во всем магазине есть все прям. Так что, мужчина, выйдите из этого здания. Да ну вас всех! Ладно. Дорогой, а ты где так долго-то вообще? Да какая? Это что за говно ты мне дала? Мне пришлось вообще-то унитаз мыть. Я еще плюс долго волок. Это что за говно там было? А это обычное капучино, понимаешь? Может, я немного срок годности вышел. Какой срок годности? Я же знаю, что там мой любимый сок. Там еще кетчуп присутствует. И еще один мой нелюбимый сок, даже который я ненавижу. Ты бы сама могла бы это все выпить. Ты вот тебе вообще работать надо. Ё-моё, мне работать надо. Тоже меня далеко. Кстати, заказы есть? Есть. Ну тогда передай нашей Амме, что у нас есть заказы. Ну окей. Так. Эмма, у нас есть заказы. Так что принимай. Короче, ты, надеюсь, можешь раскрыть эту коробку? Так, там лежат заказы. Распакуй их и положу в шкафчик. А завтра принесут деньги и также соберут заказы, которые нужны. Ясно? Ясно. Ладно. Выполнишь заказы. Обещаешь? Да. Ладно. Смотри, так, ладно, я пошла. Ладно. Ладно, посмотрим. Ясно. Это как будто из склада, ладно. Оставляем. Так, капучино заказывала. Сейчас заказ в холодильник ложь. Папа, это мороженое, оно растает. Ладно. Что хотела? Ба, можешь дать ручку? Зачем? Мне нужно еще заказы подписывать. Ладно. Сейчас принесу. Короче. Так. Так. Обращайся, если что. Сейчас в складе принесу многое. Так, принесла. Теперь можно и подписывать.
Так, подпишем. Да. А, точно. Электронов, магнитное поле. Все он так хотел подчинить своей воле, но суть ускользает ученого. Разум не может объять всю вселенную разом. Это мой научный довод, оголенный медный провод. Знай, что физика жестока, и почувствуй силу тока. Это мой научный довод, оголенный медный провод. Знай, что физика жестока, и почувствуй силу тока. Тут мне холодновато очень. Ток, как известно, предмет очень странный. То переменный, так, то постоянный. Может ударить не понарошку. Так и можно все его приручить, словно кошку. Тесла знает, удары током для живых организмов выходят боком. Но вдруг он рвет. Так, давайте возьмем сюда. Теперь это моя ручка. Ручку не надо поднимать. Ага. Все, теперь все сюда. Наша душа все не под контролем. Ты от меня беги, ведь стану зомби. По телу ярость разольется с кровью. Царапины везде. Здравствуйте. Я тоже встала. Во-первых, она тоже встала. Я чувствую внутри, хочу тебя.
наши брали и чтобы ездить, или других детей покупали. Срок годности еще есть, нет, то есть это на нее идут, что они не испорченные. Не покажу тебе все, так, что ладно. Во мне, наша душа и все не под контролем. Так, ты от меня беги, ведь он зомби, по телу ярко льется с кровью. Царапины везде, в коридоре, на стене. Пики тоже долгие? Да. Эту тоже запишем. Капучино тоже самое. Да. Капучино. Боже мой, да это даже кушать нельзя, и пить. Вместо этот кикаришный штучек какашки? Еще скажите, что вы случайно попали, да, так тоже классно. Это был Путин уже. Тогда мне плохо было. Так. Так, по результатам нам придется забагонить капучино. И вспомнишь будущий день. Как? Долгий, вот так. Завтрак, суббота, лень. Короче, послушай, нам придется время называть еще вашу карточку. Где-то совсем не болит. Ясно? Слева тихонько стучит. Ну как это понятно? Дело в том, во-первых, где-то почти не болит. И слева тихонько стучит. Значит, он молчит. Фиг знает, что. Молодой, все, давайте.
Несите ящик. Йогурт, кофе, любви. Причина. Да-да, несем. Угу. Молодой растущий организм зажигает новые огни. Следите, что там добавлено, и все. Прежде чем продавать какой-либо товар, всегда проверяйте его. Все, мы ищем. Бледнею, блистаешь, тускнею, зеваешь, не сплю, не любишь. Это по-любому виноват Света. Это, наверное, из-за ее неудачи. Ясно. Угу, вообще. Ладно. Перерыв. Да, Свет, с тобой будет отдельный разговор. Свободный. Эх, ладно. Туалет. Так, все сходило. Ой, ладно. Фига, ты вообще в черном родилась. Черный приносит цвет неудачи. И если ты еще раз объеду и на заход на 5 месяцев, то ты получишь жестких пулей. Ну, не знала, я просто спорь сидела и работала. Угу. Вари побольше, доча. В кавычках. Все, так, быстро спать. Завтра договорим. Ну, боже мой, за что мне это? Так, я забыла вообще соску надеть. Как ко мне одна предсказала, будто я, если сильно полюблю, то любимого сгублю, что измены. На братом шапане круто пахнет на коне. У него огромный клан, чина брата чинит.